свершилось. Сейчас я оказался на невероятном стадионе. Здесь калейдоскоп спортивных событий. Но сегодня я нашел клевых ребят, очень крепких ребят из Ужгорода. Американский футбол в нашей программе такого еще не было. Так что смотрите, американский футбол. Я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то в Украине знаком с правилами и особенностями этого жесткого и зрелищного вида спорта. У нас-то и правила в классическом футболе не все судьи выучили, а тут американский. Но сейчас не об этом. Давайте попробуем разобраться, что же это за игра и как мне остаться в живых в этой мясорубке из накачанных мужиков. А заодно и познакомимся с ужгородской командой под названием «Лесорубы». Очень интересно, чем отличается американский футбол от регби? От мяча и до обмундирования. То есть мы играем в форме, в каркасе, полностью вся экипировка более защищенная, чем регби. В Харькове я узнал, что такое регби. Это было страшно, больно и очень динамично. Посмотрим, пригодятся ли сегодня полученные на тренировках по регби знания. Тут есть основное правило, как бы в регби останавливать можно игрока только того, который с мячом. В американском футболе могут получать удары все. То есть во время розыгрыша может получить каждый. То есть идет тотальное рубилово. Да. Ситуация с американским футболом непростая. Как всегда, не хватает финансирования. Да и специалистов, которые могут чему-то научить, не так уж и много. Однако энтузиасты есть, а значит, есть и будущее. Я простой человек, пришел к вам в гости, смогу одеть форму и сразу же поучаствовать в тренировке и побегать, потолкаться, изучить какие-то маневры. Можно, в очень лайтовой тренировке можно поучаствовать. Я всегда мечтал примерить на себя форму американского футболиста. Меня пальцы давят на мозг, теперь мои. Хорошо? Да плохо. Американский футбол с настоящими крепкими украинскими парнями. Тренер, я готов. Пошли на разминочку. Человек, который живет на допинге из кока-колы и чипсов, просто в шоке. Оказавшись на этом поле, не могу найти себе применение. Ну, это очень круто. Поэтому я не могу, просто не могу не поделиться этой радостью и этой крутостью с моими друзьями. Позову всех, позову Диму, Андрея, Фила, Женю позову. Пусть поймут, насколько это тяжело. Когда я тренировался в регби, я делал это один. Но сейчас пришел момент научить моих друзей стать настоящими мужчинами. Американский футбол, тренировка с моими пацанами. Сейчас начнем принимать мяч. На следующий год зарегистрируем команду, выиграем Кубок Украины, потом поедем в Америку и порвем там всех. Если выживем. Фух, мне плохо. Сладкая парочка сейчас готовится к своему выходу. Андрей и Дима. Посмотрим, что у них находится внутри и как они будут реагировать на это снаружи. И для меня всего лишь кусок мяса! Дима как петуха. Дима, возвращайся! Я дурак! Тренировка оказалась очень жесткой. Что говорить, если один из профессиональных футболистов в процессе отработки базовых элементов сломал себе ребро? Даже страшно представить, что будет во время игры. Последнее приготовление, посмотрим, как Женя будет ловить бойца. Ниже! Вы живые? Вы живые? Давай руку, Жека. Руку давай.
Постепенно погружаясь в этот вид спорта, мне становилось понятно, что в первую очередь американский футбол направлен на развитие не силы, а координации движений, ловкости и глазомера. А размер и физическая мощь может легко проиграть гибкости и смекалке. Это было мощно, это было по-американски. Здесь, в Ужгороде, реально по-американски. Сейчас мы с Филом попробуем сделать то же самое, посмотрим, кто кого. Сейчас на бой вызываю Женю. Фила мы на вкус попробовали. Давайте очень быстро пасать. Время поесть новое мясо. Твоя задача, чем сильнейше вдарив его и завалив на землю. Не обнимаешь, не цацкаешься, бьешь по ногах, в плечи, валишь на землю. Хорошо. Давай. Я хотел тебя за парикмахерскую сегодня отдохнуть. Вскоре от силовых приемов мы перешли к работе с мячом. И вот, наконец-то, пришло время настоящего геймплея. Команда «Города» против команды «Лесорубы». Чук-чук-чук! Дышишь? Что именно? Такое. Что с тобой? Ударился очень. Я думал, заснул. Вставай, красавчик, поехали. Давай. Шансов у нас не было. Даже от самого маленького лесоруба мы отскакивали, как теннисные мячики. Непростой спорт. Вали, вали, вали! Опять. Это программа «Города». До встречи в следующей жизни. Тачдаун! Лесорубы! Это был американский футбол в украинском городе Ужгород. Настоящее развлечение для настоящих мужчин. Я в больницу. Иди сюда! Отлично! Спасибо, ребята! Спасибо, пацаны. Вот так.